В Запорожье прошел заключительный этап городского конкурса «Лучший опекун-попечитель года». В конкурсе приняли участие 26 запорожских семей, в которых воспитываются сироты или дети, лишенные родительской опеки. Такое мероприятие в Запорожье проводилось впервые и состояло из двух этапов. На первом рассматривались заявки, характеристики опекунов, оценивалась их работа. На втором дети показывали свои таланты и умения, которым их научили новые родители. Разработана впервые городская программа по социальной защите для таких детей. И одним из этапов которого является, конечно, конкурс «Опекун года». Это такой прорыв в этом направлении. Единственный конкурс первый в Украине. Я думаю, наш опыт будут перенимать и другие области, в рамках которого мы хотим в первую очередь и поощрить те семьи, которые сделали для себя такой ответственный шаг навстречу вот этим детям, которым нужна помощь. И, конечно же, пропагандировать вот эти семейные формы воспитания.